чтобы завести, если он у тебя не на ручнике, он не включит аккумулятор. Надо его ставить на ручник. Выжимаешь сцепление вот это. И ручник ставишь. Видишь знак? Да, да, да. Вот. Теперь аккумулятор у тебя включится. Тут показывают зарядку аккумулятора. Половина вон мигает. Вверху красный загорится, внизу этот. Включаешь. Если со стартером не заводится, подсос, с подсосом сыграешь. Вот подсос. Он готов к работе. С ручника снимаешь, это вперед, это назад. Режущий блок приводится в движение вот с этим. Наверх вытягивай, ноги убери. Для того, чтобы он не заглох, надо ставить, когда выходит с трактора, на ручник. Иначе он это... Вот, сейчас все нормально. А если не на ручнике, вот так блок не сразу. То же самое приходится на приработке. Вот снимаешь ручника, отжал туда, на ручник. Куда тебе надо? Вперед, назад. Слетел ремень. Ну, вот отстегнули этот, как его, режущий барабан, или как он называется. Там есть еще ремень. Нет, он на штиле сидит.